Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами напоминаю Пумба, хотя уж можно не напоминать, потому что Тимон у нас почти что не появляется, помер, зараза, скотина, накинул меня одного. В общем, врата Штейна, кстати, тут тоже, наверное, можно не напоминать, потому что я не думаю, что много игр, которые я начинаю и на рабочем экране, на, так сказать, на главном меню, вы видите вот эту тайм-машину. Поэтому давайте продолжим нашу новеллу. Да, новеллу. Последнее сохранение. Да, вы видели, я там молча его сохранял. Да-да-да, загрузить последнюю дату, конечно. Как то не загрузить последнюю дату? Там сейчас будут опять эти черные пробелы, да? Сейчас полночь. Глядя на пробел, мы этот между сейчас полночь понимаем. 8 часов мы с Курису ели лапшу с нагретыми бананами. Дару отказался есть. И изучали мобилу, новка, название временное. В основном, я рассматривал настройки режима терминала. Почти все программы, написанные Дару, относятся к классу Кибермаг. Очень сложные. Их я не понимаю. Какое-то время Курису изучала адаптер переменного тока и распределительный щит лаборатории. И когда она захотела его разобрать, пришлось ее остановить. Несмотря на наступление нового дня, Курису не вернулась домой. Где она вообще живет? Она приехала в Японию 1 или 2 месяца назад. Курису говорила, что в этом месяце уедет домой. Впрочем, не думаю, что поезда еще ходят. Значит, она не сможет уйти. Я хочу сказать ей идти домой, пока поезда ходят, но... Только не говорите мне, что она планирует остаться. Девушки никогда не оставались в лаборатории. Мэйюри всегда уезжает домой. В Икебукура. Икебукура, наверное. Хотя мы с Дару часто остаемся здесь. Это место практически наш второй дом. Может быть, для американских девушек это в порядке вещей? Кристина. Конна-джиган-маде-коко-ни-те-и-но-ка? Семете-и-не-реннак-штара-то-да? Кристина. Ничего, что ты задерживаешься здесь допоздна. Хотя бы позвони домой. Мне не нужно звонить. Что? А как же твои родители? Курису поворачивается ко мне и вздыхает. Я не видел отца уже 7 лет. Моя мама в Америке. Я живу в отеле. Понятно? Но... Что? В отеле? Ну, впрочем, снимать квартиру на месяц глупо, но все же. Чертова знаменитость! Если ты американка, то ты должна жить в мотеле, а не в отеле. И вот у меня, знаете, почему-то еще, вот, конечно, жалко, нет, есть камера, но я не хочу себя снимать, не хочу показывать лицо, но у меня такое ужасное, волосато-бородатое, я же свинья. Вы вон как-то свинья, вот да, вот прям как-то свинья, только вся волосатая, как вы видите, вон там на телевизоре, как бы, я не хочу поэтому себя показывать, а это ужасно отвратительно, у вас прям аппетит собьется, вы оденете сейчас очки, кстати, наденете наушники, включите свет таким томным светом, чтобы и прям, чтобы глаза не болели, да. А, в общем, я про то, что... Вот, у меня привычка есть, я чего-то говорю, и прям вживаюсь в роли, прям тыкаю, знаете, пальцами, прям вот я сейчас в нее тыкал. Я с ней там говорил, блин, вот она на меня угрожающе смотрит так, таким презрительным взглядом, а чего ты меня тыкаешь. Ну ладно, давайте продолжим. Я не американка. И в Токио нет мотелей. Донна хотель да. И какой же отель? Донна. У тебя номизуни ару фуцуно хотель. Какой? Обычный отель в Очаномизу. Очаномизу? Дева кукукара аруйте кайреру дева найка. Очаномизу? Значит, сюда ты можешь дойти туда пешком? Да, да. Ага. Понятно. Вот почему она не спешит уходить. Теперь я убежден. Итак, расскажи мне о своем отце. А? А? Ты сказала, что не видела его 7 лет.
Почему тебе это интересно? お前がこれ見よがしに父親のことを口にしたのではないか。それはつまり、父親の件について相談に乗ってくださいお願いします。というメッセージだろう。Ты упомянул своего отца. Может быть, это скрытое сообщение типа «Пожалуйста, дай совет, как мне быть с отцом?» Кстати, тишина такая, меня это напрягает прям. Обычно, знаете, когда играешь в Fear или в прочую ерунду, когда тишина настроит, это плохо. Не дай бог маленьких девочек. Чёрт, а с два это так. Йокаро. Омай ва оре но джошу да. Джошу но наями ни ва нотте яра накереба на. Тою ваке де. Харикитте ханасу га ии. Отлично. Ты мой ассистент. Я не хочу, чтобы моего ассистента что-то беспокоило. Поэтому расскажи, что у тебя на душе. Курису надувается и больше ничего не говорит. Она смотрит на распределительный щит. Да что? Что-то не так? Я не хочу с тобой разговаривать. Вот оно что, я понял. У моего отца был сначала эйю, но позже он стал мио акнисоме. Теперь он командует империей, одевая черную маску и черную манту, и говорит о том, что он будет воевать с семьей. Господи, по-моему, он сейчас просто Звездные войны рассказал. Ладно, твой отец был героем, но потом его поглотила тьма, и он стал лидером империи. Начал носить черную маску и черный плащ. Он делает... И в будущем вам придется сразиться и... Кажется, я услышал, как ее зубы скрипнули. Ты что, разозлилась? Обычные семейные проблемы. Курису не смотрит мне в глаза. Но ее низкий голос показывает, насколько она разозлилась. Не смейся над ними, как будто ты наступил мне на сердце. Похоже, у нее непростые отношения с отцом. Может, мне следует извиниться? Я стараюсь подобрать слова, когда... Кита! Нашел! Крик Дару эхом распространился по лаборатории. Дару, я тарука! Дару, ты сделал это? Миссион комплито! Миссия выполнена! Улыбаясь, Дару поднимает большой палец вверх. Сабо кандиша но ID то пасу тени илетазе! Коре де моу шикан ши ходай да! Яхоу! Я получил админский ID и пароль. Теперь мы можем увидеть столько, сколько захотим. Яху! IBN 5100 га цкаварете иру хо но дейтабейс ва. Значит, мы сможем открыть ту базу данных? Сочи ва докуриц ште сонзай ште ру ваке де. Конкай ва дензен канке най даро, Джоко. Друже, эта база существует отдельно от всего остального, поэтому с админскими правами никак не связано. Сомо-сомо, сонна токшуна программа де кумарета дейтабейс жа. Аксесс できる 人間 だって 限られる шо. 所長 クラス でも аксесс できない っぽい. Простите. Микрофон чё-то подупал. Приуныл, скажем так. Начнем с того, что базу можно открыть только с специальной программой. Не похоже, что даже главный офицер имеет к ней доступ. 所長 クラス 以上 の 役職 など 存在 する のか. А есть кто-то выше главного? Серун 評議会 って のが ある らしい. Похоже, у ЦЕРН есть совет. Икони мотте. Нани га? Эй, я не прочитал! О, Куся испугался. Не бойся, это мой ультра звук. Что ты подразумеваешь под это? Очевидно же, что это имя их последнего босса. Курису холодно смотрит на меня. Все равно, оставим базу данных и IBN 5100 на другой раз. Дару, сасоку тайм-травел-лиронについて の 情報が あるか 調べてくれ. Дару, поищи любую информацию о путешествиях времени. Оки-доки! Майни 調べた時, Z-программа って のが 怪しかったよな. Оки-доки! Эта Z-программа очень подозрительна. Сурдо, Зериман Зерепота. Да. И еще посмотри отчет Человека-желе. Пока мы не нашли ничего конкретного. Курису смотрит монитор. Признаки гнева с ее лица исчезли.
そしてその目に焼き付けろ。セルンがしている世界への欺瞞という現実をな。Смотри внимательно и запомни доказательство обмана ЦЕРН. Уху! Мицкета! LHC 計画担当責任者来たこれ! Уху! Я нашел человека, ответственного за баг. 責任者? ということは、かなり重要なポストだな。Ответственный. Это очень важный пост. 今そいつの PC を覗いてるぞよ。Прямо сейчас мы в его компьютере. Z-программа, Z-программа, то... Z-программа, Z-программа, Z это зелий の略で間違いないな. Я уверен, Z значит желе. V значит Z-это, а Z значит желе. Зелий ва J йо. J-E-L-L-Y. Желе начинается с G. Джелли. Кеарес мисс. Булки джелли. Булки джелли. Глупая ошибка. Как не круто. Смотри, сонна танжунна неймингу но хазга най но да. Коре нива, жуйо на ими га каксарете иру. Мачигай наку, дабл мининг. Короче, я уверен, что это как-то расшифровывается. Настоящее значение скрыто, без сомнения. Там двойной смысл. Дару прекращает поиск. Кита-кита. О, это здесь, здесь. На мониторе отображается графический файл. Похоже на отсканированный старый документ. Там написано Z-программа и Top Secret. Программа лицензии в 1973 году. Дата проекта 1973. Когда был основан ЦЕРН? В 1954. Я спросил Дару, но ответ дала Курису. Можно было подумать, что ЦЕРН создан ради Z-программы, но 1954 год основания опровергает эту гипотезу. Когда начали продавать IBM 5600? В 1975. Может, ЦЕРН использует IBM 5100 как основу? Даты подходят. Нет, это неверно. Я отрицаю свои собственные мысли. Из-за такой глупой причины, как дата. Скорее, похоже на всемирный заговор. Или может быть только IBM 5000... IBM спрятала свой программный код в IBM 5100 специально для Z-программы ЦЕРН? IBM и ЦЕРН — сообщники. И ими из тени манипулирует какая-то более крупная организация. Разве это не интригует? Уге! JPEG кайо, фузагенна! Копипе декине жан! JPEG? Не шути со мной! Я не могу скопипастить это! Дару бормочет какие-то жалобы. Текст не на французском. Отображаемый текст похож на английский. Нет, это также написано на французском, нидерландском и немецком. Содержание одно и то же. Нидерландском? Серьезно? Я думал голландский язык. Как это Нидерланд? Ну ладно. Ах вы нидерландцы. Управление пространством, пространство временным и уничтожение истории, основанное на этом. Другими словами, создание идеальной утопии с помощью комитета из прошлого в будущее является целью ЦЕРН в 21 веке. Курису заканчивает говорить сдавленным голосом. А, сокка! Точно! Макси Сэши знает английский. Декаста Джошу! Омай га Америка ни рюгакшта но мо, свете кьо коно токи но таме датта но да на! Так держать, ассистент. Ты обучалась в Америке специально для сегодняшнего дня. Сонна ваке арука. Каттени умме канжинайде. Нет, конечно же. Хватит воображать всякую чепуху. Дару встает со стула, позволяя Курису сесть перед компьютером. Мата ринки оухен на кейкаку мей но хэнкоу каноу ни суру таме Z-программу то мэймэй сарета.
Чтобы сохранять этот эксперимент в тайне, мы даем ему имя, подходящее по обстоятельствам. Z-программа. Z как омега или я. Добавлять значение в название этой программы запрещено. Это значение будет лишь помехой. Z-программа – 国家間の枠組みを超えた極秘共同プロジェクトである 電磁波研究と同じく 300人委員会から承認を受けた最優先研究事項である Z-программа – строго официальный проект, охватывающий международные границы. И как исследование электромагнитных волн получит одобрение, получил одобрение Комитета 300, как высоко приоритетное исследование. 以後, CERNにおいて行われる他の研究のすべては、この Z-программの隠れ蓑として機能させることが決定された。 С этого момента было решено, что все остальные эксперименты CERN будут проводиться с целью скрыть Z-программу. Похоже, что это лишь предисловие к документу. Становится довольно скучно. Z-программの具体的な内容は書かれていないのか? Есть ли что-нибудь конкретное про то, что представляет из себя эта программа? Дару, подойдя к компьютеру со стороны, открывает новое окно и начинает что-то печатать. Здесь? Это... Курису нагибается вперед и смотрит в монитор широко открытыми глазами. Что там? Z-программа... 高エネルギーの陽子衝突を用いた時空間転移実験を行う Цель Z-программы – это успешное завершение экспериментов по смещению пространства-времени с помощью энергии протон-протонных столкновений. Наверное, тут неправильно написано, ну ладно. Эксперименты по смещению пространства-времени. Это значит... Тайм-травел-дикен! Эксперименты по путешествию во времени? Я едва удержался от крика. Я бегу к окну и закрываю его. Возможно, в лаборатории станет душно, но зато нас никто не услышит. Не может быть. Это правда? И получается, что ЦЕРН обманывал ученых всего мира 40 лет? Как я и предполагал, огромная тень скрывается под ЦЕРН. Возможно, организация или какие-то другие связанные с ней структуры. О какой организации ты все время говоришь? Будь серьезен, хоть иногда. Не глупи. Мои слова всегда указывают на правду. Во всяком случае, может лучше комитет вместо организации. Он здесь упомянут. Комитет 300, значит. Думаю, это относится не к совету ЦЕРН. Но к чему же? Мир... Прости, не хотел. Мир полон обмана. Это не такое благополучное место, как вы думаете. Слушай, Акарин. Я слушаю. Комитет 300 – это гигантская тьма, влияющая на любое общество, любое правительство, любую экономику.
все еще говоришь какой-то бред. А вот тут я с тобой не соглашусь. Я также считаю, что есть какое-то тайное правительство, которое всем управляет со стороны. Дизит-то. Усо-да-то-мо-на. Нет-то-де-гугл-то-и. Это правда. Если думаешь, что я вру, просто погугли в интернете. Коре-ма-де-джин-ру-и-ма. Доле-даке-хан-е-си-о-то-мо. Жикан-то-ю-кабе-ни-цки-а-та-т-ки-та. Время процветания человечества уперлось в стену, называемую временем. Сону кабе о топпа сэр кото но декиру тайму травелю гиджитс ва джинлюй си о оокику нурикаэру дару. Моджи доури но ими да на. Технология машины времени способна разрушить эту стену и полностью изменить историю. В буквальном смысле. Кацте но какухэки то омаджик. Ками ни хитошики сонзай ни нареру киндан но кажитс да. Соре о этай тою ювак ни арагау кото но декиру моно ва инай. Как и ядерное оружие. Это запретный плод, благодаря которому можно встать в один ряд с Богом. Ни один человек не сможет побороть это искушение. Конечно же, люди, облеченные властью, приложат все усилия, чтобы получить его. Человеческая мораль – пустой звук для тех, кто стремится к божественности. Понимаешь, Кристина? Спасибо за мнение. Раз уж ты сам затронул эту тему, разве ты сам не стремишься к божественности? そんな神候補どもの打倒そして支配構造が崩壊した後の混沌だよ。То, к чему стремится Хоуин Кёма, это неудача кандидата в боги, уничтожение миропорядка и последующий хаос. Хоуинに聞いてるんじゃない。私は岡部に聞いている。 Я спрашиваю не Хоуина, я спрашиваю Акабе. Орева Хоуин, да. Я Хоуин. Значит, у тебя нет цели? Черт, проклятый ассистент. Какая хитрая девчонка. Пытается лишить меня душевного равновесия. Максиши, сейчас более важная оставшаяся часть про Z-программу. Дару! Сонна кото-то ва дойю игзада? Дару, что ты имеешь в виду? Имборон ва кики акитао. Окарин но мосо йори Z-программу но хоу га кини нару ши. Я устал слушать теории заговора. Меня больше интересует Z-программа, чем выдумки Окарина. Это не теории и не выдумки. Но Дару прав. Приоритетная задача – вывести ЦР на чистую воду. Сизуки во. Ассистент? Продолжай. Если просишь об услуге, проси вежливо. Пропыхтя жалобу, Курису возвращается к переводам. То. Программа 1 данкай. Огата хадрон шоутоцгата касокки но кенсец. Ойоби дицуёка. Итак, программы 1. Создание большого дронного коллайдера и его использование. Касокки ни цуйтева... 1959年に完成した陽子シンクロトロンからの半世紀にわたるノウハウ蓄積により一定成果を得ている. Создать новую технологию ускорителя благодаря опыту, накопленному за полвека с момента создания протонного синхротрона в 1959. Программа 2 段階. リフターの実用化および調整. Этап программы 2. Практическое использование лифтера и его настройка. これにより 2つ以上の人工的な局所場特異点の生成およびカーブラックホールの生成を可能とする. Благодаря ему формирование более чем двух искусственных локализованных точек сингулярности, как и формирование черных дыр Кера, станет возможным. なおブラックホール生成についての情報を意図的に曲解させてリークし、プログラム本来の目的について
悟られぬようにすることが必要である。Кроме того, из-за утечки информации о формировании черных дыр, сокрытие истинной цели программы становится еще более важно. Этап программы 3. Эксперимент на животных. Этап программы 4. Куриса замолкает. Она делает глубокий вдох и продолжает. Эксперименты на людях. Серьезно? Ты это... серьезно? Дерьмо. Мурашки только что пробежали по спине. Жуть какая. Исследовательское учреждение вроде ЦЕРН проводит эксперименты по путешествию во времени. И благодаря случаю мы тоже наблюдали явление путешествия во времени. Если все пойдет хорошо, мы сможем перехитрить ЦЕРН. Этого я ожидаю. Но, как я уже говорил, мир полон обмана. И моралью пренебрегают. Нужно ли нам вовлекать себя в нечто подобное? Окарин, 前にハッキングした時のこと覚えてるか? 確か盗み読みしたメールに書いてあったよね? Эй, Окарин, помнишь на прошлый взлом? Наш прошлый взлом? Я уверен, в том письме было написано следующее. 実験結果エラー. Human is dead mismatch. 詳細は別紙ゼリーマンズレポートをなんとかかんとか. Результаты эксперимента Error. Human is dead. Mismatch. Для получения дополнительной информации обратитесь к отчету Человека-желе. Какой-то там. Human is dead. Человек умер. Это был эксперимент на человеке? Или что-то связанное с этим? Горло пересохло. Холодный пот выделяется на лбу, и это не из-за жары. Курису и Дару ждут мои реплики. Означает ли это, что они доверили решение мне? И я спрашиваю себя, ты уверен? Точно. Ты же знаешь, пути назад не будет. Даже если я оставлю этот заговор в стороне, я всегда буду помнить о нем. Дару. Цериманзе репорту сагаштекуре. Дару, поищи отчет человека желе. Маджиска? Ты серьезно? Маджида. Тадаши. Кристина. Серьезно. Кристина. А? Омай ва моу каэру. Иди домой. Нанде имасара? Почему сейчас я... Цери манзе репото. Ия на юкан га сиру. Коре о митара. Оре тачи ва моу фуцу но сэйкацу ния модоре най. Отчет Человека-желе. У меня плохое предчувствие. Если мы увидим его, то не сможем вернуться к нормальной жизни. Омай ва сану вакасане. Сайенсичи ни ронбун га нору худо но тензай да. Юбоу на шоурай у стиру хитсио ва най. Ты гений. В таком возрасте тебя печатают науки. Нет нужды рушить твое перспективное будущее. Мускасте. Симпаште куретеру? Ты беспокоишься обо мне? Атаримай да. Конечно. Ты же мой ассистент. Сколько можно повторять? Я не твой ассистент. Спасибо за заботу, но я не пойду домой. Мы должны открыть правду миру. Нет. Это слишком опасно. Ты боишься? この陰謀を前にしたらあまりに無力だ。下手な行動を起こせば即消されるだろう。Мы бессильны против этого заговора. Если мы ошибемся, они тут же нас уничтожат. でもだからって。Но. これは遊びではない。冗談で言っているのでもない。Это не игра. Я не шучу. わかった。告発はやめる。Я понимаю. Давай не будем это обнародовать. Впрочем, выражение ее лица говорит мне, что она не согласна. Но я не пойду домой. Теперь я не смогу уснуть. Ты уверена, что потом не пожалеешь? Уверена. Твердое заявление.
Я не знаю, храбрость это или сила духа. Может быть, она просто не понимает, во что ввязывается. Но не похоже, что мне удастся ее переубедить. А ты, Дару, ты уверен? Ну, я супер-хакер. Ему комфортно даже в такой ситуации. Нас никто не обнаружит. Я не сделаю такую глупую ошибку. Ну что ж, хорошо, что Майюри здесь нет. Не хочу вовлекать ее в это. Я смотрю на Дару и Курису. Хорошо. Начинаем. Курису уступает место Дару. С этого момента операция зовется Сундук Лейгьярна. Почему скандинавская мифология? Скандинавская мифология? Наверное, потому что это круто. Зачем вообще ее как-то назвать? Дару, начинай! Вскоре он находит отчет Человека-желе. И на этой ноте... На непонятной ноте мы с вами прощаемся. Я понимаю, охота увидеть, что же будет дальше. Да мне уже само охота, что же увидеть, что же будет дальше-то уже. Вот прям охота. Вот я прям записал, если просто не сказал тогда вам, что я, блин, буду только лишь на выходных выкладывать по одной серии. Но, блин, я уже сказал. Поэтому по одной серии, каждые выходные. А сейчас все давайте ложиться спать. А то у меня прям этот, скажите. Вот именно, об этом я и хотел сказать. Все, ложимся спать, выключаем свет, выключаем компьютер, не сажаем свои глаза, не сажаем заряды аккумулятора, ноутбука, компьютера, я не знаю, что там у вас. И все, баньки. Все-таки лето, жара, надо спать. До новых встреч на канале. Напоминаю, с вами был Пумба и игра Steins Gate. Пока!